напряжение, мы с вами последовательно расслабляем мышцы от низа живота и постараемся повести энергию от низа живота, то есть сделать вдох. Не от низа живота до этой точки, а сделать вдох от низа живота по позвоночнику и повести дыхание до вот этой точки. При этом кончик языка касается неба. Мышцы ануса постоянно закрыты, чтобы не было выхода энергии снизу, через нижний проход и через верхний проход. И на первом этапе, в начале наша мысль, наше сознание равномерно, последовательно проходит 9 точек. А в дальнейшем, по мере освоения этой техники, у нас наша вначале уже энергия поведет нашу мысль. И если мы почувствуем, что где-то в каком-то отделе происходит прерывание, а возможно это поясничный отдел, возможно это грудной отдел, а возможно это шейный отдел, то значит в этих отделах есть блокады, пробки, плотины или же блоки. По мере освоения техники выполнения данного упражнения